Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Сейчас хочу быстренько подкормить розы. Это третья подкормка уже будет весенняя. Розы после зимы немножко оклемались. Пошли базальные вот побеги, те, которые были полностью вот до самого корешочка отрезаны. Вот с корневой шейки пошли базальные побеги. В принципе, все розы, и эти тоже вот от самой корневой шейки. Ну, эти тут оставалось две веточки, но тем не менее базальных тоже много. Потом все равно их надо будет подкорректировать, немножечко обломать. Здесь вот даже тоже веточка оставалась. Здесь на этой даже уже, видите, розы завязываются. Ну, в общем, я очень довольна этим. Здесь вот тоже хорошо развиваются и внизу, вон, и наверху. И вот здесь вот тоже несколько выгнал хороший куст. У нас сейчас сезон дожди идут вовсю. Вот сейчас нету дождя, хотя и ночью, и вот дня 3 или 4 шел дождь. Чем я буду подкармливать? Калий, магнезий. Вот она, калий, магнезия. Здесь калия 32, магния 12, серы 7. Вот. Буду заделывать почву. Ее можно и проливать, и в сухом виде засыпать. Вот я сейчас буду ее засыпать и проливать. Она дает розам 3 как бы минеральных элемента. Калий, магнезия. Вот. Это калий, магний и серу. Поэтому калий, магнезий можно считать комплексным вообще-то удобрением. Первую весеннюю подкормку я делаю в мае, после того, как полностью земля прогреется. Вот. И начнут активно, конечно, уже расти побеги. Вот. Вторую делаю летом, после первой волны цветения. И третью, ну, по листу только. А третью уже осенью. Ну, вношу уже тоже под кусты. Ну, 20 грамм ложку я вношу под каждое растение. Вот ложку набираю вот такую, 20 грамм. И вот так вот прикорневую, ну, не близко, но вот, вот так вот. И зарыхлю потом, вот так сделаем. Вот. Можно, конечно, и разводить. Она растворяется неплохо. Ну, у нас дожди сейчас. Я зарыхлю, пролью. Вот так. Вот. И она потихонечку вся. Тут да дождь, наверное, опять пойдет. Я чувствую опять, сейчас уже жарко-жарко было, и сейчас опять все прогрелось. Да, и вот я уже обработала розы от болезней, потому что уже начались всякие разные тли. Завтра, послезавтра буду высаживать томаты. Вынесла прогуливаться свои помидоры. Они уже, смотрю, тли на них носила. Ну, в общем, ужас. Так я бегом пробежалась и по томатам, и по огурцам, и вот, и все, по всем растениям. Все кусты, все обработала. Ну, в основном вот не розы и томаты было самое главное. Ну и все, теперь зарыхлила. Теперь вот можно сразу пролить. Вот, ну, у меня дождевая водичка. Вот я пролила. И все. И вот наша третья подкормочка весенняя готова. Розы, в принципе, любят калий, магнезий. Ну, вот так вот. Второе вот так вот прорыхлим. Также точно просыпем. Вот так вот. Ложечку под каждый кустик. И все, и прольем. Они любят. Любят розы калий, магнезий, потому что это удобрение как бы является бесхлорным. Розы не любят с хлором. Ну, вот так вот и потихоньку-потихоньку все пробежим. И все прольем. Вот так.
Ну, все, всем пока-пока. Он там у меня рос совсем, даже корни не было. Ну, видите, два выгнала, даже вот уже бутончик на одной. Даже коре, вот вообще ничего не было. Думала, это конкретно пропало. Ну, два базальных побега. Конкретно старый корень, вот от корня вырос все-таки. Так что не надо отчаиваться, когда зимой вымерзают. Ну, плохо, конечно, но тем не менее восстановить их можно. Все, всем пока-пока.